Друзья, добрый вечер. Сегодня, поскольку у нас был свободный день, мы потратили его с пользой. Мы съездили в Иерусалим христианский, побывали во многих храмах, в том числе и в храме Гроба Господня и у Стены Плача. Там я осветил свечи, прижег их от рождественского... от пасхального огня. Это, говорят, свечи желаний. Вот эта свеча. В одном из видео я покажу, как это делал. Вот такие, несколько таких свечей я прижег. И вот эту свечу я привезу и подарю первому своему подписчику. Павлу Меншакову. Паша, вот твоя свеча. Свеча желаний. Значит, видео о поездке в Иерусалим я выложу позже. Всего доброго всем. Пока.